двигается навстречу. И даже дождь не будет помехой. Регион вместе со всей страной отметил День молодежи. Для нее подготовили около сотни мероприятий. Каждая возможность сделать первый шаг к своей мечте и проявить свои таланты. Гульнара Шарипова побывала на празднике. Только на Дне молодежи в Ульяновской области, а именно в городе Ульяновске, можно увидеть слово «Ёж» с мягким знаком на конце. И группу молодых людей, фотографирующихся на ее фоне в компании с отпаривателем. Не парьтесь, купите отпариватель. Мы вам его не впариваем, правда, не парьтесь. Предпринимательские навыки оттачивают в шутку. Праздничный день дал возможность проявить творческие способности. Мы вообще творческие люди. Мы вот у нас написано «Студвесна», соответственно, мы со «Студвесны». Не так давно приехали. Увидели, что есть куда стремиться. Да. Раскрыли свои таланты и побороли страх перед большой сценой. Прочь от страхов и вперед. Навстречу карьере, знаниям, спорту и добру. Девиз праздника. И каждая из площадок. Навстречу родине – это все, что связано с поддержкой наших ребят, которые сейчас находятся в боевых действиях. Навстречу добру – это все, что связано с добровольчеством. Навстречу креативу, навстречу карьере, навстречу своему делу – это все, что связано с предпринимательской деятельностью. Да, у нас очень много талантливых молодых ребят, которые занимаются бизнесом. В первую очередь, это, безусловно, инициатива самой молодежи, но у нас от Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь, были определены тематические линии, смысловые линии. С одной стороны, можно сказать, то, что это франшиза, но в этом году мы проводим День молодежи по выделенной федеральной субсидии. Мы в прошлом году стали победителями всероссийского конкурса «Регион для молодых» на сумму 116 миллионов. Проявлять себя не только в праздник позволяет и поддержка от родного региона. День молодежи отмечают наградами тех, кто заявил о себе в этом году и открывает новые возможности для продолжения. Например, призовой фонд губернского конкурса увеличен до 3 миллионов рублей. Региональная власть прилагает большие усилия, чтобы регион развивался, чтобы молодежи было интересно и престижно здесь жить и работать, заниматься творчеством и реализовывать свои таланты. И верим, что вместе нам удастся сделать Ульяновскую область лучше. Это про нас, про нашу ульяновскую молодежь. Ульяновск, вперед, буква Ё! Вперед, Ульяновск, вперед, буква Ё! Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести, Ульяновск.